эти ветки просто лежат, и у них боковые ответвления, я их случайно не сломал, хотел уже срезать, спиливать, а на них удобно ложить, как на эти, как на козлы. Спилится хорошо, легко, даже на такой свалке, как у меня сейчас. Так что, в принципе, можно использовать. Можно пользоваться и не делать. Ну, я хотел сделать, но какой смысл, если этого достаточно? Просто пилить ветки. Можно пилить. Кстати, пилу не точил уже в прошлый сезон, работал усиленно. Я распиливал деревья, крупные стволы, сам, вот этой ножовкой. И вот зуб сломался, случайно, перержавел. И можно пользоваться, я даже не знаю, когда ее надо подтачивать. Смотрю, она такая же острая. Вот сейчас покажу, как я ложу деревяшки. О, смотри, лежит. Надо же. Отмеряю максимальное количество. Одна пила сколько сантиметров? Да я не мерил. Отмерил одну пилу. Да. 38 попугаев отмерил и все. А сосна вам не вишня. Пилится легче. Вишня хоть и не злая, но все равно. Это вам не сосна. Это вам не дерьмо. Все. А потом складываю в мешки и мешками ношу. Угу. Можно еще сделать такую на подхват корзинку без боковушек. Придется ложиться снегом. Сушить некогда. Работа кипит. Так, ну смотрим. Да, тут где-то здесь. Тут-то и здесь. Тут-то и здесь. Здесь опилим, тут кладем. Само стабилизируется. Ему надо стоять. Вот такие козлы можно сделать самому по-ленивому, просто обломав ветки не до конца. И лапки пригодится. Вот и все. Почти мешок готов. Ну как, а? Ничего делать не надо. Угу. Не до конца отломал и готово. И работает, как попало все. Но зато быстро и почти бесплатно. Достаточно просто притащить из лесу. А еще в него можно отпиливать вот такие деревяшки. Просто таким вот образом. Хрясь и нет. И готово. Удобно. Удобно. И главное, что не жалко. Не жалко своего труда. Потом еще можно притащить, если вдруг переломается. Так, все накладываем. Не, еще надо будет. Я побольше стараюсь. Так вот, на вот этот. Да, и этот тоже. Вот здесь. Надо только глаза закрывать, чтобы не полетело. Зеницу ока. Ну-ка. А? Пока видео снимали,
почти пол мешка дров заготовил. Сколько надо снять видео, чтобы отопить за всю зиму? Делайте такие леса, ты козлы. Пока. Немножко за это. Коротковатая. Коротка кольчужка. Ну это пополам. Ужас. Я делал так, чтобы на три штуки. Пила туда, пила сюда. Да. Левой можно пилить, правой. Двумя руками можно пилить. Будет двуручная. Закусывает. Да. На. Глаза. Ну, все, сюда больше не здесь. Откуда дровишки? Туда. С юга. Это остались дрова от нерадивых лесорубов, которые не могут за одну зиму, весну, лету, лето и осень закончить санитарную очистку посадки бора. Приходится это делать самому. Вы представляете? Выполнять чужую работу. Но у них так, они вот эти ветки делают, потом собирают машину и вывозят, продают. А я не продаю. Я чисто для себя. Поэтому мне это невыгодно делать. Это выгодно им делать. А мне так хобби. Ну, о, смотри. Смотри, как я согнула. Буквой ЗЮ. Но направление, в принципе, правильное. Пошло дальше. Как шла ветка, так и это ветка. А? Вот так. Говорят, что сосна растет ровно. Только ровно. Не растет она ровно. Как получается. Экибана. Ой. Это не так. Так, я начинаю с широкой стороны. Так удобно.